Сегодня у нас 7 января 2019 года. Это у нас Рождество Христово. Вот, и мы сегодня приехали, вот Сергей Павлович на своей машине сейчас будет парковаться. Вот сюда. А уже Игнатий Иванович и сестры пошли раздавать Евангелие. Вот елочка стоит. Когда-то мы ходили на 31 декабря, тут она светилась всеми огнями, а сейчас нет еще. Не видно. Тем более она покрылась снегом все. Ну, все, слава Богу за все. Аллилуйя. Вот ходит Людмила Степановна сегодня у нас. Помогает нам в благовествовании Слова Господня. Раздает Евангелие. Народу, конечно, не так много, но есть. Вон какие-то монетки прилепляют. Кто-то же подал это, пример. Люди делают сейчас. Вот Игнатий Иванович ходит. А вот это вот пятнышки, это копейки приклеены. Вот в эти вот. Вот он, Сергей Павлович, заказал плакаты, сделал занятия по изучению Библии. Скайп. Именно что по скайпу проходит. Вот колесо это крутящееся. Вон другие пони стоят. Они разбились, а 6 пони там и 6 здесь. А вон здесь еще одна. Сейчас спрошу, как это значит. Вам подарить Евангелие? Это старозаветное? Ну это Новый Завет. Новый Завет. Большой патриарх Кирилл, как написано. Вот ничего, что Бог Богович. Ну, это значит лишнее положение. Пожалуйста, во славу Божию. Все, с Рождеством Христом. Праздником вас. Дальше все просчитаете. Да. Пока угодно. Молодая модель, вы здесь тут все хорошо. Я не подхожу, они не берут. Пожалуйста. Евангелие подарит вам? Куда-то,
Он говорит, у него с того года 5 штук уже дома лежит. Ну, шестую отдашь кому. Только ходи, раздавай. Это обязанность накладывает. Вы Евангелие возьмете? Да. Так, не Евангелие. Какая горечь сделана. И кощунство у тебя так. Господь накажет за эти слова. Я атеист. А без разницы? Без разницы. Во имя Иисуса Христа. Вы его видели, чтобы говорить, что он есть? Бог? Вы его видели, чтобы говорить, что он в есть? В Библии написано, сказал безумие сердце свое. Вы его видели? Сказал безумие сердце свое, нет Бога. Книжку я могу написать. Вы его видели, чтобы говорить, что он есть? Вам, видели, вам Господь откроет это, видите, увидите я тогда. Ну смотри, Иван, его ногой еще как-то. Ну, молодец какой. Замяли. Сзади помяли. Помял. Угу. Вот это я виноват. Так, ну пошли дальше. Вот она женщина специально. От моря до моря будет ходить искать. Возьмете Евангелие? Неверующий. Неверующий в ад попадут, в огонь. Там гореть будет он.
и ковбой. На хвост на не нужен нож. Вам подарить меня? Здесь стоит фланг, где ты подписал. Там только люди переворачиваются. В интернет найти можно. Православный сайт, православный форум. Заставил бежать. Ударили Вот Сергея Павловича подошли полицейские. У него с проверкой. Че, брат, какие вопросы были? Ну, какая-то акция у вас, я говорю, Рождество дарим. Славочку, ага. Да, говорю, возьмите, а да, пусть дарим. Полиции мы не нужны, слава богу, пока. Ага. Ну да. Не пришло еще время, да? Впечатление, что у нас 100 грамм коньяка не хватит. Ты Евангелие-то возьми. Он меня украли. Украли. Ну так, это слава богу. Не знаю. 300 рублей. Лошадки? Нет, купить. А, купить? Верблюды, ну они вот последние мы за 75 продавали, но этот в районе. Мы деревню строим православную, к мамскому району, сюда. Там все-таки одно время об верблюдах говорили, да там и мороза не боятся. Единственное, по весне вычесывали. Ладно, спасибо, Христос. Разбойное копыто-то. Разбойное, да. Ну его не разрешают есть. У него жвачки нету. Жвачки у него нету. Ну вот так и написано. И жвачка, да? Нету жвачки. Нету жвачки. Вот оно плевать может. Да. Близко не подходи, бро. Так, ну что, поехали. На обошивке. Надо какой-то. Чтобы пройди машина идет. Вон там, заходи, вышел. Походи-ка за ним, как будет, или издалека поснимай. Продолжаем благовествовать, раздавать людям Святое Евангелие. Это называется остановка Новый Рынок. Вот здесь вот мост,
сюда поднимаются вверх железнодорожные пути. А этот большой центр, Пионер называется. Но они тут разные, не только Пионер. Ну здесь вот мы на ту сторону Изнятьевича уже перешел. Вот уже Евангелие он раздал. Из какой организации, а? Нас фотографировать не надо. Вот лично меня не надо фотографировать. Меня не фотографируйте. Не надо. Какой-то секты, что ли, на сутки. Дай фотографируйте. Так. Идем в каком месте спасибо. Вам подарить Евангелие? Ну где-то вот здесь, вот Игнатьевич, встаньте, да и все. Направляй дальше, а то она послушает. Видишь какая? Ну да. Сергей Павлович раздает. Сейчас с Евангелием ходит.
Звоните по телефону 254-077. Срочный выкуп недвижимости. Звоните по телефону 254-077. 254-077. Все, уже есть, да? Народ прям на летит, как чайка. Ах ты, поставь. Ну, знаете, домой можно идти. Где же столько же будет? Так, колбаса где-то здесь. Вон там, дальше. Кирилла. Больные ближе Богу, что такие. Не берут люди, готовы, бесплатно. Спасибо, Христос вас. Голуби, я. А что это у тебя, гражданин, такое?
Только нас не снимай. Дайте мне. Да не вас, не снимай. Подожди, ну, тебя так, бросят, ну, потом подожди. Снимешь. Да нахуй ты мне в ногу не снимаешь. Евангелие уже раз там. Вам Евангелие подарить кто-то защитник? Вы засунули по 13 Кирилла. У вас может не хватить, Игнатий Ильич? А? Может не хватить Евангелия-то? Ну все, нету. Сейчас, попробуй. Спасибо, Христос. Спасибо. Нет, спасибо.